Только что по радио парень интересовался, как доехать до Сочи. Вот на видео Москва-Сочи, там, если бы он посмотрел эти видео, только что по радио парень интересовался, как доехать до Сочи. Вот на видео Москва-Сочи, там, если бы он посмотрел эти видео на ютубе, если бы послушал комментарии, я там показал и рассказал, что от Туапсе до самого Сочи, ну, там дело швах, со слов мойщиков, там где мыл автомобиль, других людей, пробки там просто бывают кошмарные. Но вот он решил на своем автомобиле до Сочи. Говорит, поедет ночью, в ночное время. Ну, так все размышляют, все так думают, что днем движение там забито, ночью просторно, свободно. К сожалению, это не так. У меня сосед собрался на дачу в пятницу. Я, говорит, не поеду вечером, все поедут на дачу, поеду ночью. Потом я с ним разговаривал, как такой, говорит, пробки, какая была ночью, я, говорит, давно, говорит, не видел. Все так размышляют, и алгоритм мышления у многих совпадает. И в итоге получается то, что много потеряно времени. Ну а что ехать в Сочи на своем автомобиле? Лично я ни за что бы не поехал. Во-первых, до Сочи доехать не очень легко. То, что там вот от Туапсе до Сочи дорога по одной полосе в каждую сторону. Это раз. Во-вторых, в Сочи специфическое движение. Вот. То есть горячие люди, темперамент, все это выплескивается на дорогу. Пока я там стоял в течение часа, ждал человека, которому передать автомобиль, на перекрестке дважды возникали аварийные ситуации, и дважды вообще до драки дело не заходило. А в летнее время, не знаю, парень поехал, наверное,
больше ни за какие ковришки он туда не поедет на своем автомобиле в летнее время. Конечно, я ему желаю удачно, без проблем добраться, но на своем автомобиле в летний период я бы никому не советовал. Спокойно, на поезде, взяли билет, вот, вагоны двухэтажные, на второй этаж, там и билет стоит дешевле, как мне показалось, более комфортно. Туалетов там, по-моему, 4 в двухэтажных вагонах. То есть с комфортом, без нервотрепки можно доехать до Сочи. При необходимости там уже на месте можно взять автомобили. Но уверяю, приехав туда, я знакомлюсь с ними 6 с дорожной обстановкой. Вряд ли кто пожелает брать автомобиль в аренду. Я у него спросил, есть ли у него интернет с собой в автомобиле. Но связь уже, он уже был недоступен, то есть или далеко отъехал, или опустился в ложбину туда. Я вот за эти полтора месяца, пока был не удел, период реабилитации, полазил по интернету и нашел, я уже говорил об этом в предыдущих сериях, два сайта, на которых люди подробно, с академической точностью и логичностью рассказывают о том, как организовать поездку во время отпуска, что брать с собой в дорогу, какая экипировка, когда выезжать, как прокладывать маршрут, сколько времени находиться в движении ежедневно. Вот я запомнил такую фразу 4-1, то есть 4 дня движения там, по 200 и по 500 километров и один день полностью отдыха, вообще не подходить к автомобилю, не садиться за ворота. Если кому интересно, напишите мне, я дам ссылку на эти, на два сайта. Человек ждет целый год. Передвигаясь по России, я обратил внимание, что деревья ни с того ни с сего среди зеленых стоят совершенно погибшие, сухие, без верхушек. На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, там понятно, там вечная мерзлота, 1,5-2 метра, и там лед. Почему же в средней полосе, вот сейчас мы проезжаем, наблюдаем, справа и слева березки стоят погибшие. А все оказывается просто. Недавно, вот, час тому назад, проезжая разрез, видно было, что только сверху небольшой плодородный слой, а далее, ну я не знаю, как это называется, известняк или еще что. То есть корни деревьев доходят до этого беспочвенного
из плодородного слоя упирается вот бесплодную такую почву и погибают. Федеральная трасса М5 Урал. Какие могут быть комментарии? Есть участки, которые в хорошем и очень хорошем состоянии. Есть участки, где ремонтные работы, что-то очень вяло, по правде говоря. Есть участки, где еще конь не валялся. Федеральная трасса М5. Автомобиль Шкода Рапид, короткий автомат, базовая комплектация,
Ну, несколько шумные, наверное. Жесткие сиденья. На панели, значит. Ну, обыкновенная стандартная панель магнитола. Подогрев сидений, блокировка дверей, подогрев лобового стекла, бортовой компьютер, расход топлива, остаток топлива до заправки. Температура осторожного воздуха. Обыкновенная, стандартная. Ничего сверхъестественного не обнаружил. Яндекс.Навигатор не удается протестировать. Наверное, не все карты скачал. Жалко. Республика Татарстан. Сейчас должны начаться хорошие дороги. Качалки нефтяные с обоих сторон трассы. День и ночь. Качают, качают, качают.
страна, посмотри, да, набрался маленько. Да, появляется человек, там по машине держать. А, там по машине где получается? Алло. 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 В общем, протестировал понемногу все системы, которые скачал. Вывод следующий. Бесплатные навигации, это все так называемая халява. На трассе показывает, ни хрена не показывает. Ведет по голому полю, хотя карты себе скачал, но никакой прорисовки окружающей среды нету, хотя бы контуры рек там, я не знаю, мостов или еще чего-нибудь, совершенно этого нет, я уже не говорю про населенные пункты. Показывают, что, например, до какого-то, ну вот, например, сейчас показывает до кругового движения 62 километра. И все. А в платной версии есть возможность протестировать. Там уже совсем другая картинка. Это я говорю про межгород, про трассу. Как ведет себя в городе, ну, наверное, об этом скажу отдельно. Да, в городе, ну, например, в Москве, так там есть прорисовка домов, то есть более такая детальная карта. А вот на трассе ни черта нет. Это раз. Потом, вот есть функции, лежащие точки. То есть есть иконка с изображением лупы. Нажимаешь на нее, выпадает окно. Ну вот я попытался найти ближайший АЗС. Искала, искала, минут 5. Ни черта не нашла.
Я думаю, это все в платных функциях. Покупать или нет? Ну, вот купишь ее, а там потребуется опять обновление через каждые полгода, не знаю, сколько времени. Ну, то есть, замануха. А так, вот в городе я смотрел все навигационные системы, которые скачал, кроме Мишлен, работают нормально. То есть, есть детализация. В городе этими системами навигации пользоваться можно. Я не знаю, почему Яндекс.Навигатор ничего не показывает. Все карты я скачал. Ну вот, тестирую сейчас, одновременно включены у меня и Навител и Яндекс.Навигатор. За 600 метров двухкругового движения предупредил Навител, за 500 метров предупредил Яндекс. Так, один сказал продолжайте движение, Яндекс 570 километров, до чего 570, до маневра что ли, как в анекдоте. Светофор, что ли? О, ты что, ни разу рацию в руках не держал? Что там? Чего у тебя с движком? Ну, не знаю, не знаю пока. Масло проверь, а то такими темпами далеко не уедешь. Все проверь? Масло проверь, обязательно. Масло проверю все на всех автонарушениях. Там после кольца с правой стороны рефлекс будет, там стояночка есть. Смотри, а то точно не доедешь. Прими так траву. Топливный, посмотри, бывает, когда фильтр забивает, дымить начинает. Нет, это приор, ладно. Останавливается.
Панкова на остановке ребят. В Татарстане дороги получше. Недавно, видать, отремонтировали. Еще разметку не нанесли. Так, ну а цены на топливо? Да, цены пониже, чем в Удмуртии. Уже напоминает Уральские горы. Сам перевал. Уральские горы порядка 200 километров. Подъемы смерти. А зимой вообще туши свет, сливай воду. Сейчас мы еле ползут. А по ледяной дороге знаки 40 километров. Это Мавитель мне.
показывает. Обгон запрещен. А, вот и знак 40 километров. Осторожно, дети. Александровка. Ох, впереди какая колонна. Откровенно говоря, я большего ожидал от этих навигационных систем. Стационарный или как, обычный стандартный навигатор, вот Navitel на X-Play у меня стоит, показывает то же самое. Странно, почему Яндекс-навигатор на трассе ничего не показывает. Короче, ребята, как говорится, на Бога надейся, а кишака привязывает. В этом плане хороша, мне больше всего нравится Айго Прима. Там, по крайней мере, показывает заправки, мотели, называемые пои. Ну, вообще, выбрать одну систему навигации, просмотреть, скажем так, десяток, может быть, штук 15, какой интерфейс понравится, ту навигационную систему и ставить. Дорабатывать ее, может быть, обновлять надо будет регулярно. Если есть необходимость такая, то карты купить. Ну, то есть платную версию поставить. Халявы нет. Ни в Яндексе, ни Google навигатор. Там какие еще Road, как-то он Road или MyRoad. Я много говорю, скачал, все проверил, и везде картина одна и та же. В этом плане лучше всего более информативнее и, ну как, мне, например, больше всего нравится Айго Прима. Там тоже нужно обновлять регулярно карты. Информация быстро устаревает. Но жаба душит. Много на трассе продавцов, кто продает мед. Очень много. Не останавливаюсь, не спрашиваю, потому что назад поеду, дай бог, на поезде. Вот, а с собой таскать, конечно. Да и смысл-то брать, я уже убедился неоднократно, что на трассе, что в городе цена одна и та же. На трассе даже дороже. И потом разговаривал с пасечником, с продавцом. Он сказал, посоветовал, порекомендовал то, что продают, тот мед, который стоит на солнце, вот, покупать не надо, потому что у него там целебные какие-то свойства теряются, теряется качество этого меда. Я вот смотрю, у всех стоит выставлено на столах, в багажнике, то есть все на виду.
Насколько это соответствует действительности, не знаю. Надо будет в интернете посмотреть, как хранить мед, условия хранения, сохранение качества меда. Надо смотреть в интернете. Что с каждым продавцом разговариваешь, каждый кулик свое болото хвалит. Эфир молчит, дальнобойщики видать притомились, не до разговоров. Да какие разговоры тут могут быть, если не так все ясно. Диалоги возникают в основном вблизи населенных пунктов. Или уже вечером, когда кто-то ищет, где остановиться на ночевку, на привал. А так днем, ну, предупредят о том, что машинка стоит на дороге, камеры фиксации. Ну, у меня, кроме этого, еще есть и радар-детектор, который об этом своевременно пискнет. Мошенников не встретил, второй день, без них как-то скучновато. Но то, что их нет, это уже хорошо. По крайней мере, люди не будут обмануты. Я уже говорил, что 16 числа на канале ТВЦ в программе «Осторожно, мошенники» были использованы фрагменты моего видео «Мошенники на трассе». В предгорье Уральских гор. Надо понимать. Но до Уральских гор еще ого-го. Метров 150, наверное, 200. Вот наблюдаю за планшетом, где установлен вот этот Яндекс-навигатор. Интернет уверенно ловит, позиционирует автомобиль на месте, на местности. Ну, такое ощущение, что по пустому полю едешь. Можно поставить карту со спутника, но сейчас не буду этого делать. Во время движения перестраивать это чревато.
но легкие уже адаптировались к этой жидкости, уже кашля нет. Обзор, конечно, открывается изумительный. На горизонте горы с правой стороны и с левой тоже. Уфы 188, и от Уфы, по-моему, километров 70, 250 километров примерно, 200-250 до перевала. Так, топливо полбака. Бака 430 километров запас хода и время 21.30. А у нас карта памяти 21.30 заканчивается карта памяти. Поменять карту памяти. Сейчас время 18.28 где-то. 17.19.23 часа еще можно двигаться. 3 часа. Да, доехать до Даша, там остановиться на привал. Что за проблема? Да я чуть нахуй не шиб тебя нахуй вместе с твоим грузовичком, если ты даже не заметил это. Дальнобойщики ругаются. По ролям дорог такое все возможно. Королям дорог. Нам холопом, только притормаживай, чтоб короли дорог не расшиблись к хуям. С таким убеждением до беды недалеко.
торгуешь с другой стороны, надо быть немного повнимательнее, и все. Меня не слышат. Я уже ехал по полосе встречного движения, и тебе наплевать было, ты все равно выйдешь. Далеко находится. Граница Башкортостана. Посещаю Башкортостан. Мы в Башкортостане. Рыбаки сидят на берегу реки Ик. Люди получают удовольствие. Тоже посидеть бы с удочкой. Установленные на планшете системы навигации, наверное, удалять не буду. Буду проверять их в регионах, где придется побывать. Первая попытка. Уничтожила все ожидания от этих систем. Одно дело в городе, ну вот, например, стандартный X-Play навигатор предупреждает о скоростном режиме. Яндекс навигатор молчит, как просто воды набрал. Смотрел устойчивость связи на данном участке на смартфоне. Показывает уверенный прием МТС и Мегафон. В данный момент проезжаю заправочную станцию на X-Play, на Vitel, показывает о том, что АЗС на Яндексе нифига не показывает.
Ну и мне кажется, Яндекс надо пользоваться. Вот я буду по всей вероятности пользоваться всеми тремя, которые пока вас выбрал, тремя или четырьмя системами навигации. Это Navitel, iGoPrima и Яндекс.Навигатор. Мне бы разобраться еще с Мишленом. Но думаю, что этот Мишлен, он опять-таки ориентирован на Европу, на европейскую часть России и на всю Европу. На просторах России ни один навигатор, я думаю, ничего не покажет. Или же покупать, может быть, вот эти платные версии. Полотно дороги разное. Напомню. Напомню, что двигаемся по трассе М5 Урал. Полотно дороги везде разное. Ведется строительство дороги. Местами ремонт. Когда закончат, ну я думаю, лет на 5 растянется замена полотна, ремонт всей трассы, при условии, если будет финансирование, не будет такого беспредельного воровства. Тут должен быть комплекс мер и ремонт строительства с соблюдением стандартов и норм. Это однозначно. Но и со стороны ГИБДД тоже должен быть подход соответствующий. Очень много автомобилей идет с перегрузом. Только по мигнул фарами, но постоит впереди. Радар, детектор молчит, но видать. Видать просто видеокамера на обгон будет. На обгон ловит. Сейчас посмотрим. Если бы стояли переносные, мобильные камеры фиксации, то радар-детектор давно бы уже среагировал. Ну а поскольку он молчит, значит, где-то доблестные сотрудники ГИБДД автомобили наблюдают. Ну, я продолжу. Значит, только по официальным данным 40% идут с перегрузом. А по неофициальным до 60% выше грузов превышает допустимую норму. Естественно, это сказывается на качестве полотна. Но это не алчность водителей больших грузов. Они просто поставлены в такие условия жуткие, когда им планируют маршрут, устанавливают скорость движения. Ну, то есть полностью исключают, вернее, полностью рассчитывают на бумаге маршрут для большой грузы междугородников.
совершенно не зная ситуации, реальной ситуации на дороге. По этой причине им с них взимаются штрафы, другие вычеты. И вот они вынуждены как-то крутиться, чтобы что-то заработать, чтобы прокормить семью. Ставят тахометр, а вот впереди стоит гаишник. Ну, он ловит, говорю, вот у него камера обычная, как их называют, еще бытовая камера. И вот он на камеру ловит, потому что если бы работал стационарный или мобильный пункт фиксации, радар детектор об этом бы сразу сообщил. А так вот он стоит, снимает на свою камеру, ну и потом начинает вымогать. А может и нет. Так вот, организовывают работу больших грузов люди некомпетентные, далекие от, от практики, что ли. По любому поводу с водителя больших грузов взимаются штрафы и другие вычеты. Поэтому они вынуждены брать левый товар. Это раз. Второе. Я вот обратил внимание, очень много идет порожняка, пустых автомобилей. А, вот еще один. Вот они. Чего случилось, ребята? За что вас остановили? Почему Вольво накинул этот хер? Сейчас будет свидетелем, блядь. Что там, ДТП было, что ли? Ну, ДТП, блядь, обгон запрещен. Сейчас будет свидетелем, блядь. Он его погнал. А, понял, понял, спасибо. Свидетелем ДТП. Ребята, давным-давно уже вот эти свидетельские показания, они это чушь собачья. Есть установленные приборы для фиксации обгона, выезда на встречную полосу, фото и видеофиксации. А это все от лукавого. Априори Яндекс.Навигатор предупредил, что впереди камера. Радар-детектор молчит. Да, пролетел я немного с расчетами. Со
совсем упустил из виду, что надо искать заправку и место привала. Сегодня проехал маловато. Ну все, принял. Все, молоточка? Да. Ладно, ближе к Уфе. Сколько до Уфы осталось, интересно. Максимум час. За это время нужно и автомобиль заправить, хотя там еще есть резерв 320 километров. Но лучше заправить сейчас. Ближайшая заправка. И искать место привала. Карта памяти закончится через полтора часа. Ну, час времени. И нет времени. Гаишник работает с мобильным телефоном, значит где-то на трассе стоит его напарник. Может даже в гражданской одежде. Меняют методы работы. Да, нужно будет пораньше. Относительно пораньше лечь спать и пораньше встать. Пораньше встать. Сдвиг часовых поясов. Совсем упустил, блин. Не то чтобы упустил. Рассчитывал, что стемнеет попозже. На запад ехать гораздо лучше, потому что добавляется световой период. До Уфы 86 километров. 80. И там до границы с Челябинской областью и до Аша. Тоже 80, наверное. Но не успею, по темноте не поеду. Да и бесполезно запоминать
бываю здесь не так часто. Извинения. Извинения заметные. Если бы постоянно ездить каждый месяц по одному маршруту, тогда уже так. Глюканул у меня на Вител. Глюканул на Вител. В чем дело, не знаю. Или карта старая. Наверное, карта старая. Должна быть какая-то развязка до Уфы, перед Уфой. Так, а Яндекс что мне скажет? Уже показывает 450 километров до развязки какой-то. Так вот сравниваю две системы на Вител. Так, завтра, наверное, попробую включить на X-Play на его Prima. Ну а здесь не знаю, что удастся настроить.